В Дагестане задержали парня, подозреваемого в убийстве матери. Трагедия произошла в Хасавюрте. 24-летний местный житель в ходе скандала нанес ножевые ранения по телу своей 49-летней матери, а затем скрылся с места преступления. Женщина скончалась в центральной больнице Хасавюрта сотрудниками уголовного розыска. Вскоре подозреваемый был задержан. В содеянном он сознался сразу. По его словам, к конфликту привели имущественные споры. Орудие убийства изъято. По материалам дела будет принято процессуальное решение. Мы разговаривали о финансовых средствах, там речь шла. Она начала говорить, что она отказывается от меня и еще от одной дочки. Не помню, как, что потом выбежала на улицу. Помыл шлангом руки, в крови были руки, шлангом помыл руки. Я уехал, к отцу поехал.